Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня предлагаем приготовить кашу гороховую в мультиварке-скороварке. Приготовить второе блюдо несложно, если на вашей кухне есть мультиварка-скороварка. Для приготовления нам понадобятся ингредиенты, указанные в данном списке. Горох можно использовать цельный или колотый. При использовании скороварки горошинки не нужно предварительно замачивать в холодной воде. Поместите в дуршлаг и тщательно промойте проточной холодной водой, чтобы вода не была мутной. В чашу мультиварки добавьте подсолнечное или оливковое масло. Насыпьте хорошо промытый горох. Слегка подсолите. Налейте воду, чтобы ускорить процесс варки. Воду используйте горячую. Накройте плотно крышку. Запустите программу тушения бобовые. Чтобы горошинки полностью разварились, включите программу на 1 час. Сбросьте пар. Откройте крышку. И добавьте кусочек сливочного масла по вкусу. И мешайте ложкой, пока масло не растворится. За данное время гороховое пюре хорошо разварилось. Поначалу кажется каша очень жидкой, но по мере остывания каша довольно хорошо густеет. Попробуйте еще раз на вкус, если нужно, слегка подсолите. Подавать гороховую кашу можно с мясной подливой, обжаренным луком или беконом. Приятного вам аппетита и огромное спасибо за просмотр!